в корпус только бить. Да, блин, Макс. Да, Макс, не тратьте силы на нос. Макс, руки на бедра, вытолкни в сторону. Руки на бедра, толкни в сторону. Макс, выталкивай. Да, я сбить целый корпус. Голову нельзя бить. Макс, Макс, голову бить нельзя. Что ты, блядь? Напряженный бой. Все так просто. Шайбой, шайбой, как много, блядь. Итак, в синем углу отдыхает Александр Андреев. О, знаете, что я сейчас заметил? В синем углу секундант Александра Махмуд Сайфулаев, чемпион Geta Games, Geta Fighter, весовой категории до 71 килограмма. А вот в красном углу чемпион Geta Fight весовой категории 77 килограмм, Сергей Стринджа. Я очень мечтаю, чтобы эти два спортсмена встретились в клетке. И вот сейчас они встретились. Правда? Без боя. Ну-ка, давай, давай, давай! Твою, последний раунд. Свою игру. Первый работай. Хорошо. Сам работай, сам работай. Он чувствует. Хорошо. Еще. Еще. Своя игра. Вот так. На него контроль. Контроль. Либо за спину заходи, не за спину. Вот так. Займи позицию. Займи позицию. Займи. Занимай позицию. А зачем ты ложишься? На него сверху, Макс. На него сверху. На него залезь. Давай, давай, давай. Вытаскивай его колено. Вытаскивай его колено. Что ты делаешь? Вытаскивай его. Гол. Вытаскивай его. Правая рука. Арлабу руку аспер. Масти. Макс, делай, блин, левый мост. Макс, левый мост. Лево мост. Лево мост. Делай левый мост. Да что ты так? И в этом бою единогласным решением судей победу одерживает и выходит в финал, где его ждет уже Вадим Скребелис. Громкими аплодисментами. Александр Андреев! Спарта! Это Спарта! Oh, Saga, and I knew it, I knew it, it's breaks, finale.